Так, всем привет. Пока у нас по телевизору идет Лига Европы, сейчас начинается, можно сказать, сишная Лига Чемпионов по составу участников. Сегодня игра вообще достойная финала. Играют, можно сказать, гроссмейстеры Слава, Рустем и Владимир. Представляем вам темы сегодняшнего раунда, сегодняшнего игры сегодняшней. Ожидаем зарубу. Да что сразу так нагнетать-то? Так страшно. Мы вообще хотели, я бы точнее хотел вас, конечно, в прямом эфире видеть в последней игре. Ну, раз уж вы так собрались быстро, давайте, Слава, начинай. Сначала. Испанцы говорят, в доме кузнеца все ножи деревянные. Я начал, чувствую, мне ничего. А вот, сапожник без сапог. Да. Это у меня не сразу сработало, кстати. Сапог сапогом, так охарактеризовал. Италию. Да. Многошиповые бутсы получили это насекомое прозвище. Сороконожки. Многоножки. Мама всегда говорила, что о человеке можно судить по его обуви. Куда он идет, где он был. Вспоминал этот знаменитый персонаж, рассматривая подаренную ему пару кроссовок. Форрест Гамп. Да. Резвое начало. Это не только клуб английской премьер-лиги, но и кожаные полусапоги на низком каблуке с эластичной резинкой вставкой по бокам. Брюгге. Нет такого клуба. Сапоги есть. Клуб я не в курсе. Ладно, пропустим. Это Челси. Еще что пропустил? Хорошо. В наших странах девушка официально становится невестой после этого события. После подачи заявления в ЗАГС. Да. В первой игре было два неправильных ответа. Поэтому подчеркиваю, что официально. В песне «Мумитроля невеста» певец обещает избраннице на завтра. Это любимая всеми девушками. Тратить деньги. Да. Правда, ее деньги. Там не уточняется. Название этой ежегодной акции в городе Иваново. Забег невест. Нет. Вероятно, подсказала голливудская комедия со звездами первой величины. Ну, у меня моя подруга ее проводит, и она ее называет «Забег невест». Вот. Официально она называется под названием «Сбежавшие невесты» называется. Да, есть. Он, по сути, представляет собой забег, но название его «Сбежавшие невесты». Ну ладно. Это древнекитайское доказательство теоремы Пифагора вызвало восторг в классе Сыроежкина. Стол невесты. Да. Ну и под форму фильма тоже ж не подходило. Во времена Древнего Рима все фаты невесты были преимущественно такого цвета, который считался любимым цветом греческого бога брака Гименея. Красненькие. Нет, желтенькие. Красненькие тоже хотел бы задать очень. С приходом нацистов к власти эта книга ремарка, как и... На Западном фронте без перемен. Западная Двина в Латвии имеет такое. Даугава. Она представляет собой адаптацию классической пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта», перенесенной в наше... Вестсайдская история. За эту спорную территорию в Северной Африке
Западная Сахара. Не даете вообще дочитать. Что, мы зря старались? Во времена Дикого Запада вождь индейцев Чиксика как-то заявил, когда белая армия бьется с индейцами и побеждает, это называется великой победой. Когда проигрывает, именно так. Не великой победой. Белые называют это бой. Дональд Трамп сделал заявление, что США необходимо купить ее, после того, как премьер-министр Дании сказал, что продажа... Гренландия. Конечно. Сколько у меня пинг? Мелания Трамп является уроженкой города Ново Место на реке Кырка. Хороший вопрос. Ну, Ново Место в Боснии. Босния – это неправильный ответ, который сейчас находится в этой стране. Сербия. По-моему, не ожать не буду, по-моему, Словения. Словения, да. Тогда. Надо бы ожать. Надо было ожать. Разжился дух с 200 очками. Да. Она уроженка Словении. После того, как демократы начали процедуру импичмента, Дональд Трамп сказал, что они только мешают ему работать, и назвал их домогательство президентским им. Пусть харассмент. Она добавилась к Николь Кидман и Риз Уизерспун во второй части «Большой маленькой лжи». А в Твиттере... Мэрил Стрип. Да, спорила с Трампом в Твиттере. Однажды после встречи с главой Колумбии Дональд сказал, что необходимо вести борьбу с этими двумя растениями со схожими названиями. Да неужели? Мы рискни, проверим. Кока и кола, да? Нет, это кока и какао. Что, кока и кола? Было забавно, да. Было бы. Один доносится из спальни, в другом найдешь исповедальни. Храп и храм. Да, забыл уточнить, но вы и так уже все поняли. Все как в прошлой игре. Одна буква разницы, два слова. Один волшебник с необычным взглядом, другой внезапным испугал раскатом. Грюм и гром. Один растение в огороде, второй корабль дал на броде. Хрен-крен. Молодец. Одна поет, мол, fuck the mall, другой сейчас переде футбол. Переде, да. Ну. Ну, фармер и формер. Нет. Переде это всем проигрывать стал и Милан. Еще месяц назад вопрос по-другому звучал. Одну заделать поскорее стремятся, другую надевают и хвалятся. Брешь, брошь. Да. Ух ты. Молодца. Да, я смотрю, Рустем такие вопросы любит. Так он... Трехбуквенные матрицы. Да, тут без шансов с кнопкой, так что ладно, будем. Что удастся извлечь, то извлечем. Давайте вам такие матрицы фантастические. Владимир. В 1853-м Мурманское море было переименовано в честь этого голландского мореплавателя. Было.
Это Вильям. Да блин. Просто барин слишком просто за 500. Ну да. Стихотворили Лермонтова случились вместе два астронома в Перу. С Коперником спорил именно он. Птолемей. Да. У Баума оно было смертельное, у Волкова коварное, но в обоих случаях усыпляло только живых существ. Поле Маков. Да, подобрал. Тоже подобрал, не успел. Под матрицу. Этот врач из Ноттингемшира нам известен. Простите. Ой, блядь, сейчас скажу, это... Ну, это же Гулливер. Раз. Он Мадалем, блядь, Эмилем, не помню. Дали уже версию, чё? Нет, неправильно. Лемюэль, вот. Простейший плуг состоит всего из двух. Ну, вторая, видимо, Лемех. Чё ты вывод меня это, после первого тура за это, и я все. В 70-м году известный мультперсонаж пообещал сделать это, но, увы, до сих пор... Вернуться. Да. С повсеместным использованием автомобилей они утратили свое значение, однако обрели вторую жизнь в фэнтезийных романах и играх. Таверны, допустим. Да, перестали лошадей их менять. Ну ладно, хорошо. Требуется точный ответ. В 1997 году его сделала Монсеррат Кабалье вместе с Брюсом Диккенсоном. В 2009-м Пинк, в 2015-м Канье Уэст, а в 2008-м к выходу фильма о группе Квин только... Видимо, кавер на песни группы Квин, например, на Богемскую рапсодию. Кавер на Богемскую рапсодию, совершенно верно. Этим словом называют что-то гнусное, мерзкое, порочное. А World of Warcraft? Скверно. Вот поплакал Владимир и поперло. Они часто возникают в результате выщелачивания водой растворимых частиц. По размерам находятся? Скверны. Двадцать января 18 в Портленде скончалась Урсула Крёбер, больше известная. Легуин. Как Урсула Легуин. В 1852 он провозгласил себя императором Второй империи, коим и являлся без малого 18 лет. Положим, что Луи Наполеон. Луи Наполеон, совершенно верно. Дополнительных баллов за расшифровку названия этого института из чародеев вы не получите. Так что... Ну и ну. Да, можно просто аббревиатуру. В зависимости от того, любите вы больше героев или Звездный путь, он у вас может ассоциироваться с Сайлором или Командером Споком. Захари Куинто. Да. Всю жизнь Квинто. Под этой торговой маркой одноименной с рюмочной в Ивреи выпускаются различные виды плат с микроконтроллерами, позволяющие быстро... Ардуино. Порадовал конфессора своим ответом. 500, блин. Запатентован он был Микаэлем Педерсоном в 1898, а в 76-м... Модем? Нет. Лучше одну модель выпустила в США компания Santa Cycles. Понятно. Cycles. Подбирайте, что ж тут. Тандем. Да.
Что-то, вот вы меня после первого тура, я вообще ничего не понимаю. Может, хватит запас. Здесь матрица, матрица специфика. Надавили, блин, психологически. Получив ее, безумно обрадовалась некая Эми Фарафаулер. Это диадема. Вот такой большого взрыва смотрит. Ее неофициальный цвет голубой. Символом упрямого преодоления препятствий и выносливости является ослик. А у ее противника цвет красный. Демократическая партия США. В поэме Джона Мильтона «Потерянный рай» это столица ада, а в английском языке слово означает «столпотворение», отсылая к Вавилонской башне. Ой. Да, вот тоже такая же. Ой, нет. Вот это слово, да. Я бы такое не придумал. У меня не такая. Это у нас Наталья такое читает сейчас. Эта компьютерная игра от российской компании вышла в 2001. На Западе она издавалась под названием, которое можно перевести как... Предположим, что Демиурги. Это Демиурги. Капец. В мультфильме 90-го года про маленького лисенка звери хотели земляничный, грибной, морковный... Дождик. Дождик. Это слово происходит от двух латинских, означающих истинно сказанное. На практике является... Дикси? Нет. Решением коллегии присяжных заседателей. Я же... Еще раз. Вердикт. Да. Я, когда два человека говорят, не слышу. Наталью Валерьевну Кличко пока что еще можно назвать этим неофициальным титулом. Первая леди Киева. Да. Мифологического царя Афин Эрихтея можно назвать еще и так, ведь нам больше известны его внук-инженер и непослушный правнук. Дед Икара. Последняя тема раунда. Ой, вопрос. Они старательно стучат на кухне в одноименной песне Юрия Визбора. Неужели ходики? Ходики. Да, блин, как так-то? Ладно. Ну, матрицы кончились, дальше снова начнется. Матрицы кончились, начался Антонов. Он так люблю Антонова. Даже кушать не могу. Слава, начинай, пожалуйста. Встреча в коридорах «Эхо Москвы» ее и Марго Симоньян закончилась госпитализацией последней. Блин. Это любовь. А как ее она? Соболь. Кстати, постараюсь быстрее отвечать. Песня Битлов «All You Need Is Love» была записана на этой студии одноименной... Эбби Роуд, наверное. Да. В один из последних альбомов этой группы Галя Хади вошла и песня «Любовь не пропала». Не ДДТ ли? ДДТ ли. ЦРТ ли, ДДТ ли. В этом фильме 36-го года Любовь Орлова сыграла артистку определенного жанра Марион Диксон. Цирк. По золотым олимпийским медалям среди женщин на зимних играх она уступает только Марит Бьоргин и Лидии Скобликовой. Фамилия одного из первых маршалов СССР вам в помощь. Я же знал, кто это. Блин. Тимошенко, Ворошилова. Я знаю, кто там. Тут страшно. На все надо было. Не знаю такого маршала. Был такой. В своей песне «Моряк» эти детективные рокеры пели куда бы. Агата Кристи.
А в живописи картина, изображающая море. Марина. Она содержит множество минералов и микроэлементов. Морская вода. Которые составляют почти треть таблицы Менделеева. Лучшие ее сорта получают в Израиле, Франции, Гавайях и Великобритании. Морская соль. Да. Легенда, но... Николай II собственноручно вычеркнул эту оперу из репертуара Мариинского театра со словами: «Пусть вместо этой оперы дирекция подыщет что-нибудь повеселее». А пофигу. Ну, допустим, Садко и «Морской царь». Да. Блин, я понимаю, что Садко, а думаю, где через море. А я понимаю, что «Морской царь». Именно в этом море, одном из колыбелей античности, затонул плавучий госпиталь «Британик», брат-близнец «Титаника». Ну, есть из чего выбирать. Есть варианты, да. Сейчас ответ будет «Средиземная». Не, «Адриатическая», скорее всего. Да, я думаю, «Эгейская». Это «Эгейская». Я правильно думал. Скандал в январе 2007-го с участием ряда высокопоставленных представителей российского крупного бизнеса в этом французском курортном. Куршевель. А в украинском языке месяц январь звучит так. Видимо, пошло от рубки деревьев. А что-то не знаю. Студень? Нет. А трубки на дрова? Да. Сичень. Вот. А 1 января 25 года столица одного из европейских государств была переименована из «Христиане». Так, а что спрашивают-то интересно? Ну, пусть будет тогда Осло. Да, именно это и спрашивают. Страну спрашивают или... Во второй игре так жал рано, а потом форму не знаешь. Подавление политической оппозиции подразделениями советской армии в ночь на 20 января 90 года в Баку, закончившееся гибелью более сотни мирных жителей, получило такое название. Блин. Ну, есть чего у меня. Че, там с саперными лопатками связаны? Как назывался? Я помню, что их применяли. И, по-моему, еще кровавый второе было. В январе 1894-го скончался этот знаменитый немецкий физик, автор книги «Принципы механики», чьим именем названа одна из единиц Си. Своей игры. Ба. Страшно. Это всего-навсего Герц. Кельты называли этот день Остара, славяне – Камоедица, практически все страны. День весеннего равноденствия? Да. Картинка единственная, по-моему. Картину этого художника «Весна большая», да? Предположим, что Левитан. Знатоки спорта, в частности молодежного итальянского первенства, без труда переведут слово «весна» на итальянский или испанский язык. Примавара, примавера. Примавера. Именно такое название носит стадия плей-офф студенческого первенства США по баскетболу. Какой-нибудь спрингтайм, блин. Да, что угодно. Но называется «Мартовское безумие». Да. А в мультсериале она в неизменном желтом комбинезоне работает репортером 6 канала. А. Ее зовут Эйприл. А фамилия? Нужно за 500 все-таки назвать. Спринг, предположим. Эйприл Спринг, увы. Ну,
По форме подходит. Ну, нет. Это April Neil. Да, я понимаю, что это из охотников за привидениями. А я вообще не понимаю, о чем вы говорите. Это из черепашек-ниндзя. Это из черепашек-ниндзя, да. Да, черепашек-ниндзя. А там тоже вроде April была у них. April Neil порнозвезда такая есть, да. А речь, произнесенная им в августе 63-го. Мартин Лютер Кинг. Да. После выхода «Мертвых душ» бездеятельное отношение ко всему окружающему стало называться этим словом в честь одного из главных. Маниловщина. Первая Dream Team, сборная США по баскетболу. В 1992 году в Барселоне. Не противоречащие реалии. В 2015-м городу, построенному близ космодрома Восточный, присвоено имя этого калужского мечтателя. Блин. Константина Циолковского. Этот фильм Даррена Аронофски в 2001-м был номинирован на премию... Это «Реквием по мечте». Да, совершенно верно. Что, всем спасибо. Рустем, поздравляю с победой. Спасибо.